В жизни каждого есть моменты, которые остаются первыми навсегда. Первый рассвет. Первые шаги. Первый класс. Первая победа. Первый поцелуй. Стремиться быть первым – это значит стремиться быть лучшим. Первый Ярославский. Смотри первым. Мошенничество на 10 миллионов рублей. Такие подозрения возникли у Ярославской прокуратуры в отношении спецавтохозяйства. На что должны были потратить средства? Большое благоустройство стартовало. На спартаковцы приступили к замене трибун. Каких еще преображений ждать? Десятки изувеченных машин, сотни зрителей и море адреналина. Под Ярославлем отгремело автодерби, а премьерном шоу в нашем эфире. В эфире первого Ярославского программы «День в событиях» в студии Александра Панкратова. Здравствуйте. Мэрия Ярославля оплатила невыполненные работы на сумму почти 11 миллионов рублей. Об этом рассказали в городской прокуратуре, сотрудники которой вместе с полицейскими проводили